здесь целая стена. Вот ты спускаешься по ущелью, и целая стена сделана с камнями, на которых высечены стихи поэта Кулиева. Ребята, это круто, это очень круто. Это круто, и у него очень душевные, я не знаю, цепляющие стихи, стихи, которые цепляют душу. Если вы будете в Кабардино-Балкарии, обязательно сходите на это место и обязательно почитайте. У нас сейчас, к сожалению, мало времени. Какие-то вещи я сфотографировала. Найду в интернете обязательно этого поэта, потому что такое впечатление, что он через сердце все пропускал. И надо же, дождь накрапывает. Вот полностью. В ту сторону дороги. И туда вот. Все ущелье. Это очень круто, это очень красиво. И даже слово «круто» как будто опошляет. Вот все его слова. Я не знаю, как это назвать. Но это особое душевное состояние, которое будет слова в человеке. Вот то, что мы теряем. И не дай бог то, что мы потеряем.